А мы тут на вечерних движухах у сайта в гараже. Количество русских превышает все допустимые пределы на квадратный дециметр. Столько в Японии русских нет. Здорово. Да, столько в Японии русских нет, правда, они все здесь. Разнесем сейчас к чёрту. Обычная дайга история. Мотор здесь, машина там. Еще одна машина без мотора. Это второй корвет, кстати. А вот там вдалеке мотор у него разобран до винтика. Разлетелся в этом сезоне. А это российский. Вот так выглядит Mast Motorsport мотор, когда ему чуть-чуть плохо. Вот на таком он впуске, из-за которого его, кстати, не пускали в D1, из-за того, что он сильно торчал. Ну и вот здесь порушенный распред и всякие запчасти. Вот какое-то чудо на V8, не запущенное еще, четырехдверное. Но это ладно, какая-то марка не сильно интересна. А вот установка ручника вот такая, такое я в первый раз вижу. Хотел бы попробовать подергать так. На случай каких-либо сложностей у Дайга есть несколько самсоносов. Лежат в ряд новенькие, готовы к установке куда-либо. Либо в новую машину, либо в отрыгнувшую. А рядом еще вот такая штуковина есть, ржавая, крутая очень. А еще у него здесь стоит гоночный челленджер, который у него есть очень-очень давно. Он купил его в Америке, в FD. Он отрыгнул V8 мотором, и сейчас в нем стоит на свап JZ. Ну, свап этот, правда, не законченный. А это зал славы Дайга, по совместительству его офис. Здесь куча кубков с FD, в основном все за первое место. Я даже не припомню, чтобы он столько ездил в FD, но кубков безумное количество. И еще такой вот корвет.